Сегодня мы едем в Питер. Как дела? Поднимаемся, не знаем куда. Да я знаю, я здесь был. Ты был? Да. А что ты тут делал? Из Санкт-Петербурга. А? Из Санкт-Петербурга. А, ну все, так я живу. Пупи-пупи-пупи-пупи. Я не знаю, куда идти. Тут как-то все очень странно. Это не так, как в Домодедово. Домодедово понятно, а тут ничего не понятно. Ладно, мы вроде нашлись. Это уже больше похоже на правду. Ходим, гуляем. Еще через. Слишком мало. Нормально. А если б не успели? Вот так выглядит лицо бизнес-класса. Мне одной сказали снять обувь. Все очереди. Ну да, мои ботиночки просто бомба. Не так ты снимаешь. Все, пойдем. Выключаем. Выключаем. Самолет должен пройти противообледенную обработку против обосновался на всех местах застегнутых ремней безопасности. Приземлились, сейчас пойдем заселяться. Да. А потом есть, хочу есть. Ага, вон туда нам надо. Парочку слов хочется сказать о питерском туалете. Я как эксперт. Там вообще, там так мило, ты видел? Там, короче, написано на сливе, типа, каждая капелька дорога, поэтому, пожалуйста, типа, пользуйтесь маленькой струей, ну, типа, сливом. Вот, и я такая, хорошо, я позабочусь о природе. Потом там еще было написано, типа, если закончилась туалетная бумага и мыло, тогда позвоните нам, типа, напишите. Я такая... Значит, я могу... Нет? А я такая, я могу быть уверена, что там точно есть туалетная бумага. Такой вот у нас парадная, а не подъезд. Этот питерский вайб. Это все. Давай. Зато балкон, да? Нужен тебе этот балкон? Че, счастлив? Ну, саппорт можно. Ну, вид, конечно, прикольный. База. Какая же это база. Пока. Так, наша первая остановочка это... Пойдем пить Bubble Tea, потом посмотрим. Я сидеть хочу. Вообще планов нет. Вообще нет планов. Чё приехали, чё хотели. Наша первая остановка. Короче, я тут сейчас вещала. А ничего не записалось. В общем, заказала я ха-ха-ха. Напиток сам по себе вкусный. И там был топпинг. Я такая, типа, обычную запеку мне, пожалуйста. И в итоге допеки вообще не было. Мне просто туда каких-то кожурок вот из-под низа наскребли. И я такая, типа, а так должно быть или нет? Может, я что-то не знаю, сейчас буду подходить. Что-то просить, что-то требовать, и на самом деле так и должно быть. Но я подхожу, а тут же еще на китайском написано. И я такая, так, ну-ка переведи мне, что это значит. Вот. И в итоге оказалось, что должны быть кружочки. Мне просто не положили эту тапиоку. И я подошла, я такая, а где? А где? И они такие, а-а-ой-о-а-о. Вот. В итоге налили мне. Один шаг к взрослению. А по дороге, как мы шли, я видела рынок, и я хочу сходить на рынок. Я хочу посмотреть, что там есть. И там еще был азиатский магазин, и мы еще туда хотим сходить. И все, больше у нас нет плана. А там хот-пот, что? Хот-пот, да. Но до хот-пота он у нас 7. Еще долго. Сеной рынок. Поглядим, что тут есть.
рубашечки, хабешечки там не было. Пошли в этот. Следующая остановка. Азиатские штучки-дрючки. Чувствуешь себя как дом? Тут куча всяких соусов, лапши. Токи-поки. Сходили мы и вернулись, чтобы положить вещи, которые мы купили. Было очень стрёмно снимать. Я еще не привыкла к такому, и я стеснялась. Я, короче, увидела вот такие чипсы, и я такая... Это же просто, считай, эти нори лежат. Но я не посмотрела сюда. Зато глядим, что я купила. Сырные. Вот такие вот. Но оказалось, что они отвратительно острые. Ну, а с кем не бывает? Вот это чай бабушки. Очень вкусный китайский молочный чай. Это типа как bubble tea, но дешевая версия. Сейчас мы идем на Казанский собор. Оказывается, он всего в 14 минутах от нас, поэтому мы можем дойти до туда пешком. Тут все так близко. Тут Исаакиевский. Ой, там Казанский. Там Исаакиевский. Еще что-то. А вот так его можно видеть. Да, из балкона. Который нам так нужен был. Вот то, что я тут заметила, интересный факт. Тут очень страшно переходить через дорогу. Потому что тут светофоры непонятно как работают, даже на зеленый для пешехода ездит машина. А где мы? Казанский собор. Собор. Вот так выглядит обычный мак. Роскошно. Даже немножко не по себе. А где мужской? Оцениваем лук от 1 до 10. Ну, жених, ну, жених. А тра-татушки, тра-та-та. Сына этот ганста щит, йоу, рэпер. Эй, йоу, аса, блеймы, зацените реал, хайповый, флексовый дрипчик моего слэд хоуми, сыночка. Я не знаю, меня слышно или нет, ситуация такая. Вэйлен потерял сумку. Он забыл ее в примерочной. И вот неизвестно, найдет или нет. Нашел? Давай, быстрее, едем, едем. Нашел сумку. Теперь мы нифига не успеваем на хот-пот. У нас 7 часов, а уже 7 часов. Ехать 15 минут, но все равно немножко долго. Вот это точило, мы едем. Вообще, Масик сегодня развлекает. Ситуация интересная. Мы приехали, но оказывается, бронь была на 12.00, а не на 19.00. И все столы заняты. И вся бронь до ночи. Поели. Я расстроена. Я весь день о нем думала. Мы не ели ничего. В итоге мы смогли сесть в мукбанге. Я такая голодная, у меня вот так руки уже трясутся. Все, хватит. Я устала, я голодная. Начало. Смотрите, вот вы видели когда-нибудь, как китайцы едят курицу? Они едят ее палочками, берут ее палочками, обгрызают ее палочками. Я раньше такого никогда не видела. Мы-то русские руками. А тут вон как. Вот оно. Вот оно. Куда ты хочешь? Попить немного. Мы недавно обсуждали то, что больше не надо пить. Вот. И что сейчас? Мы выпили уже по пиву, и сейчас что начинается? Немножко. Наш выбор пал вот сюда.
Мы же просто, ну, типа, просто. Нормальный такой мужчинка. Мы совсем чуть-чуть. Там даже моего лица не видно. Помнишь, когда мы делали там? Что делали? На стакан. Ага. Ты хочешь делать это? Нифига! Прикольно! А как я ее обратно повезу? А? Маску. Просто? Вот. Best girlfriend in the world. Кофе, 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 кофе. Кофе, кофе, кофе. Good morning. Новый день. Сейчас попробуем. Вкусно. Сегодня мы выдвигаемся на этот нашумевший каток в автопарке. Будем кататься в эстетике. Мы доехали, но пока ехали, уснула, меня разморило, теперь я ничего не хочу. И тот каток, который представляется вот так вот, он выглядит примерно, ну, не так. Большой, но тут ни фонарей, ничего. Ну, вообще прикольная местность. Такая прям... отдых. Хочется только попкорна и домой. Вот. А вон там бассейн. Тут тебе и на деревьях полазить, и на лыжах походить, и там еще что-то. Мы ищем ватрушки. Мы взяли 5 катаний вот на вот этого. Огромную горку. Мне было не стрёмно, пока он не сказал 5. Я такая, все. 5. Ага. Ну вот ты первый. Нет. Киноподъем следует плавно шагнуть на движущуюся часть трансформатора и при посадке. Трэш. Что-то я пошли обратно. Ну как? Прикольно, мне понравилось. Вот такие вот у нас штуки. Ощущение прикольное, но мне казалось, что она будет намного быстрее. Но она такая нормально, драйвовая. Сейчас остался последний раз. Что-то я уже устала, 2 раза скатилась, все, с меня хватило. Самое херовое, то, что эти плюшки, они внутри мокрые, вся моя жопа мокрая. Внутри, вода. Вот, но, кстати, погода очень теплая. Учиться, как кататься, пока есть время. Ну, гляньте, чуть-чуть темнее стало, заиграла, но заиграла красками, ну, вы гляньте. Ну как красиво! Ужас! И ёлка! И все, что хочешь. Пойдем посмотрим, вдруг там есть попкорн. Смотрите, тут есть всякие кафешечки. Блин, выглядит очень атмосферно. Как будто даже не в России. Че, можешь по бургеру? Немножко легкий перекусик. Мы отравились. Да, бургер. Ну какое место волшебное. Блин, блинчик. Бесплатно. Мы любим такое. Тут тебе все. И аттракционы, и колесо. Все, что хочешь.
Чего? Я в ахуе. Мы наконец-то пришли к Фогу. Ого, Фогу. Сейчас будем есть. Хочу есть. Так, сейчас на ваших глазах будем готовить соус. Потом можно самим приготовить соус. Можно, конечно. Они могут показать, что делать. Но тут у нас человечек опытный. Шарит, что нужно делать. Не. Ты что, кинза? Нет. Я не ем кинзу. Ну тогда это мой. Кинза, это тоже у меня? А это что, чеснок? А так-то ничего нет. Это том-ям, а это супер-мега-остр. Вот это наши ингредиентики. Да, еще мясо принесут. Сейчас будем пробовать. Говорят, что это пипец. Мы ревизоры, и мы пришли это проверить. Говядина в секретном маринаде и просто говядина. Говядина в секретном маринаде минут 10 готовится, это 30-40 секунд. Приятного аппетита. Спасибо. Короче, если вдруг кто-то не знает, все вот эти ингредиенты нужно закидывать в эти бульоны, и когда они приготовятся, то еще макать в этот соус. И тогда... Что тогда? Ой, чуваки, пробую мясо, вот это все. Нормально, остро. Это мяско из том-яма. Том-яма, конечно, не чувствуется, но это очень вкусно. Пов, вы на свидание с Айдолом. Это. Потом ловим. Ну как тебе, похоже? Да. По? Ой, на свидание. Нет, слушайте, а у вас есть как? О, есть ты хочешь? Я вас нашел. Я другой. Роза, соберись, пожалуйста. Это не специально. Ну как? Ой, это Россия! Я наелась! Тяжело. Все, уже собираемся. 11 утра. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Вчера тут спал пьяный мужик. Вот его бутылочка, походу. Сейчас пойдем покушаем шаурму. Я была здесь 3 раза, я ни разу не ела шаурму. Шаверма, извините. Шаверма. Вот, сейчас будет первый раз, но мы идем туда, там где 4,8 оценка. Сейчас, сейчас оценим. Сейчас барбекю. Идеально. Вкусно. Вкусно. Я наелась. Я не хочу никуда идти. Я хочу спать. Рассказывай мне. Посмотрела я рис, там девушка говорит об антитрендах весны. Я такая, низкие носки. Я такая, да. Кринч. Вот. Потом юбки до колена, карандаш. Я такая, да, тоже не очень. Потом она такая, типа, и вот эти штаны. Я еще каждый раз, когда я их надеваю, я такая, типа, блин, какие классные штаны. Косы, они просто шикарные. Угу. Но мы вне закона.
Кто там что-то видел? Кто там что-то видел? Помолчать! А что у нас произошло? Это тюбик снова забыл свою сумку. Вот ты ее потеряешь, а там все документы, там все, что только можно. Славно. Сумку нашел. Ну что за эстетика, что за эстетика? Это вода. Эти мемы я оставляю чуть ли не в каждом своем видео. Тут устал, можно кофейку попить на втором этаже. Чуваки, кто помнит? С кем я тебя ассоциируюсь? Офигеть. Я устала, у меня испортилось настроение. Мне грустно, и мы пошли пить бабочки. У меня сил вообще нет, ни на что. Я просто вот так вот засунула. Посмотреть видео, не знаю. Да, она уже спала, знаешь? А? Она уже спала. Я легла в 3, потому что я долго смотрела рельс. Смотрите. Наоборот, руки. Да, вот так. Звездочки. Ну придумали, ну придумали. Попробуй. Your opinion? Не рекомендую. После вкуса не очень. Это зеленый дракон. Кими и Зико. Я думала, это будет что-то сладкое, вкусное, прикольное, но это очень необычно. Это как будто ты пьешь жвачку какую-то, которая уже потеряла вкус. Ну вот и все. Мы уезжаем. Вернулись в Москву. Я очень устала и хочу домой спать. Не хочу завтра на работу. Все, пока.